есть конфликт интересов у бизнеса и безопасности часто. И, естественно, снижение затрат в какой-то момент упирается в строгость процессов, в средства защиты, которые нужно приобретать и использовать, и вообще в организацию работы. На схеме приведен просто обычный порядок выдачи квалифицированного сертификата, аккредитованного управляющим центром. Да, я имею в виду, это розничная история. Соответственно, здесь есть несколько тонких мест. Во-первых, конечно, начать с учета СКЗИ и просто получения СКЗИ. Есть решения, которые можно скачать онлайн и провести учет СКЗИ онлайн. Но, тем не менее, дальше мы все равно сталкиваемся с необходимостью проводить проверки данных пользователя в СМЭФ. Это, соответственно, нужно решение для взаимодействия со СМЭФ. У нас такое решение есть, его достаточное количество удостоверяющих центров используют, но дальше, следующий шаг, это самое основное установление личности, самое сложное, затратное с точки зрения организации. Толстой стрелочкой у меня здесь нарисован, потому что это поход ногами сейчас клиента в какой-то пункт регистрации, либо это подразделение удостоверяющего центра, либо доверенные лица удостоверяющего центра, которые могут проводить установление личности. Это долго, дорого, это все время наталкивается на какие-то сложности, связанные с большой территориальной распределенностью, большой территории страны. То есть, например, когда на Камчатке уже нужно выдавать сертификаты, в Москве еще на работу никто не пришел. И поэтому любая сложность, организации, любая возникающая сложность, она не может быть оперативно решена. Или просто само по себе наличие на территории 17,3 миллиона квадратных километров достаточного количества этих точек, куда можно прийти, это отдельный разговор. Понятно, что у крупных удостоверяющих центров достаточно таких точек, но все равно их, конечно, гораздо меньше, чем, скажем, отделений банков. Тем не менее, вот такая схема, получили сертификат, все хорошо, занимает это. В идеальном случае, конечно, можно за день управиться, но понятно, что чаще всего растягивается на несколько дней. Здесь есть еще процесс оплаты, собственно, услуги удостоверяющего центра в банке. Через банк, тоже здесь можно, мы, например, встроили эквайринг на сайте, то есть можно картой оплатить онлайн, но все равно это процесс, это еще один процесс, который затягивает все это. Здесь сложности, которые возникают, и что они за собой влекут. Понятно, что вот эта большая территория, необходимость личного присутствия, в том числе влияет на все те проблемы и становится источником тех проблем, которые у нас возникают, из-за чего все сообщество уже несколько лет обсуждает, как же справиться, как защитить, как оставить доверие к инфраструктуре открытых ключей в России на высоком уровне, а не потерять его окончательно. Здесь, понятно, что стоимость тоже за счет таких издержек увеличивается, про сроки я уже сказал. Сам вот этот институт рукописных доверенностей, про который много говорили, естественно, вызван как раз необходимостью вот этого личного посещения, и так далее. У нас история поправок в 63-й федеральный закон, она отдельного внимания заслуживает. Моя коллега подготовила целую статью на эту тему, она читается как детектив, специалисты, можете у нас на сайте почитать, это прямо действительно захватывающее чтиво. И там их много поправок разных. Две самые основные, на мой взгляд, это новая возможность по установлению личности получателя, владельца сертификата с помощью паспортно-визовых документов нового поколения или с помощью ЕСИ и ЕБС. У нас есть решения, которые работают и с тем, и с другим механизмом, но закон пока не принят, поэтому пока еще нельзя встроить. Пофантазировали, не просто пофантазировали, на самом деле собрали просто прототип с тестовой ЕБС работающего сайта удостоверяющего центра, на котором можно пройти таким способом верификацию, то есть оплатить и получить сертификат прямо онлайн.
Вот она, перспективная схема работы аккредитованного удостоверяющего центра в тех реалиях, которые в текущем проекте закона рассматриваются. С СКЗИ, с данными все остается то же самое. Банк здесь приобретает дополнительную роль. Да, удостоверяющий центр может своих клиентов, которые не зарегистрированы в единой биометрической системе, направлять вместо своих отделений в любое отделение ближайшего банка. Это, соответственно, может быть для клиента гораздо удобнее, банк не имеет права отказать. С 1 января должно быть во всех 100% отделений. То есть мы говорим клиенту, иди в ближайшее отделение, там сдай, пожалуйста, биометрические свои образцы. После этого из дома пройдешь процесс до конца, не нужно будет приходить в удостоверяющий центр. Соответственно, здесь обращаю ваше внимание, что у удостоверяющего центра появляется потребность, помимо вот того решения для взаимодействия со СМЭФ, которое уже сейчас используется, еще нужно решение для проведения, собственно, вот этой верификации. Да? Ну, в нашем решении Росгейт тоже это поддержано. Соответственно, какие у нас возникают преимущества? Ну, понятно, что ускорение процесса, безусловное, да. Тут понятно, что если быстрее сходить, даже если приходится куда-то ходить и быстрее сходить в банк, сеть банковских отделений громадна, гораздо больше, чем сеть точек идентификации удостоверяющих центров. Это упрощает, конечно, для владельцев сертификатов их получение. Повышение доступности, ну, связано опять с тем же самым. Не нужно ничего выдумывать, не нужно выдавать сертификат обязательно в своих точках, можно воспользоваться этим механизмом. Снижение стоимости. Ну, понятно, что там, если для банков услуга по верификации через ЕБС нового клиента стоит определенных денег, для удостоверяющих центров, когда такой механизм будет разрешен, наверное, она тоже будет стоить сколько-то денег, наверное, примерно столько же. И это, конечно, дешевле, чем стоимость услуг человека, который сидит в какой-то точке и проводит идентификацию. И, конечно, дешевле, чем стоимость. Там, некоторые удостоверяющие центры используют курьеров для выездной идентификации. Точно дешевле, чем курьеры в несколько раз. Но есть и проблемы. Самый основной, на мой взгляд, это, конечно, ответственность. То, вокруг чего сейчас все бьются в инфраструктуре открытых ключей, в сфере удостоверяющих центров, ответственность, или когда ее нет, безответственность, да, которая влечет за собой нарушения, и связанные с мошенничеством, и просто нарушения там, не злонамеренные, но которые могут приводить к печальным последствиям. Сейчас что в банковском сообществе, ну то есть вот в той сфере, в которой уже разрешено применение ЕБС для верификации, что значит, здесь перспективным, понятно, пока вот эта ответственность, она ну, определяется, понятно, гражданским кодексом, можно предъявить, соответственно, какие-то претензии тому, кто неправильно провел эту идентификацию, из-за чего ты пострадал. Но, на мой взгляд, здесь должен быть какой-то более понятный и у нас непрецедентное право, поэтому не будет такого, что суд какой-то примет решение, и дальше все на это будут ориентироваться. Это будет каждый раз судебное разбирательство, сложное, нудное, долгое, которое может закончиться как в одну сторону, так и в другую. Здесь должны быть определены четкие правила, кто за что отвечает, в каком объеме, когда и где границы его ответственности останавливаются. Второй момент – это, конечно, требования по информационной безопасности для удостоверяющих центров. Если Центральный банк вместе с Ростелеком выпустили указание 48.59 об актуальных угрозах, на основании чего банки строят свои уже модели угроз, то для удостоверяющих центров нужен какой-то документ аналогичный, который позволил бы им понять, какие требования по информационной безопасности и насколько на самом деле окупится внедрение этого механизма, потому что хотя снижение стоимости каждой там транзакции будет, безусловно, серьезным, но если посчитать еще те средства защиты, которые придется приобрести дополнительные там, средства, там, не знаю, может быть, здесь тоже будут типовые решения, облачные и так далее. Вот, но значит, если средства защиты будут достаточно дорогими, то, конечно, это все не имеет смысла, особенно в нашей меняющейся постоянно нормативной базе. Ну и такой вопрос частный, но на самом деле тоже очень важный, это ознакомление с информацией, содержащей сертификат. Сейчас это делается под роспись, цитируя закон. То есть просто руками человек подписывает бланк с информацией, содержащей сертификат, и тем самым подтверждает, что да, этот открытый ключ, который указан в бланке, это мой
открытый ключ, и я обладаю закрытым ключом соответствующим. И тем самым мы связываем для себя, мы можем потом доказать, что человек действительно этот ключ получал. Что будет, когда мы работаем через EC и EBS? Как мы обеспечим целостность этого документа, как мы докажем потом в суде, что да, человек подписал именно этот документ. Это очень важно. Здесь, на мой взгляд, не хватает тоже некоторых методических рекомендаций или какого-то разъяснения, может быть, от регулятора, наверное, это Минсвязи должно быть, который бы установил порядок, значит, подписания такого документа, соответственно, и потом порядок разбора каких-то конфликтных ситуаций, связанных с таким подписанием. Спасибо большое за внимание. Все, что хотел сказать, готов на вопросы ответить. Да, Антон, спасибо. Да, я за эту проблему. Но сейчас будет фактически в рамках, например, судебного разбирательства будет привлечен удостоверяющий центр в качестве там, соответчика, например, или просто ответчика. Да? Ему будут выставлены какие-то штрафные. Да, потом удостоверяющий центр будет, соответственно, судиться с, видимо, либо оператором единой биометрической системы, либо напрямую с тем банком, который собирал эту биометрию, значит, пытаясь эти регресс произвести убытков, которые он понес. Я как раз про это сказал, что обязательно нужно этот момент проработать и как-то отрегулировать, чтобы коллективной безответственности не было, чтобы все понимали, кто за что отвечает. Коллеги, мы действительно большое внимание на эту ответственность обращали внимание, когда разрабатывали единую биометрическую систему, потому что, в принципе, вот тот вопрос, который вы сейчас задаете, он сейчас стоит перед нами, когда мы открываем дистанционно счета кредиты в банковской сфере с использованием единой биометрической системы. И, собственно, ответ на ваш вопрос такой, что зоны ответственности четко поделены, исходя из того, какая информационная система использовалась в тот или иной момент. То есть, когда человек пришел в банк, чтобы собрать биометрию, если там прошла какая-то неправомерная ситуация, то, конечно, отвечает банк. Потом по каналам связи биометрия дошла до оператора. Если там оператор, используя свои алгоритмы, неправильно идентифицировал человека в рамках там дистанционной идентификации, то отвечает оператор. Если там ответ от оператора до конкретного пользователя организации дошел некорректный, да, тоже там отвечает за это оператор или организация, исходя из того, какие средства защиты были применены в этом канале. То есть зоны ответственности, в принципе, уже поделены, нет в этом проблем. За сбор отвечает организация, которая создала. За проверку оператор, за принятие решения, вот как сейчас работает финансовое, принятие решения о заключении договора с клиентом дистанционно, после того, как ЕСИ дала положительное заключение, ЕБС дала положительное заключение, организация осуществила дополнительные действия, которые требуют 115-й федеральный закон. Решение финальное принимает организация. Выдавать, например, заемщику кредит или не выдавать. В случае возникновения каких-то спорных ситуаций, фрода, мошенничества или каких-то иных, начинается регрессионная проверка в обратную сторону. Сначала организация разбирается, в чем проблема, потом оператор, потом организация, которая осуществляла сбор биометрических данных. В части удостоверяющих центров, на мой взгляд, Антон достаточно корректно сформулировал проблематику в той части, что удостоверяющий центр должен это решение принять, выдать соответствующий сертификат или не выдать. Вот как обеспечить в данном вопросе зону ответственности, сейчас идет работа совместно с Министерством цифрового развития. Как министерство будет готово, соответственно, этот порядок будет озвучен. Вопрос ответственности правильный. Он логически делится. Вопрос, есть ли какие-то механизмы, чтобы вот это исследование, где была проблема,
проходил более быстро, чем там, судебное разбирательство, или нет? Вот на этот вопрос мы скорее хотим ответить, чем кто отвечает за какие этапы процесса. Подразумевается вот через ЕСЕО и ЕБС подписи выдавать ну, вот, по такой схеме именно физическим лицам? Или юрикам тоже? Да, можно и юрикам. Почему? Если вы единый исполнительный орган организации и ваша личность подтверждена через ЕСИ ЕБС, и вы, мы в выписке из ЕГРН, ну, из ФНС получили эту информацию, что вы, да, такой СНИЛС является генеральным директором, можно выдать и... Если это установление личности, полномочия подтверждены, ФНС, все хорошо. Хорошо. Когда упоминается ЕСИО, то подразумевается, что ЕСИО, это она в текущем виде или уже с реализованным функционалом цифрового профиля? Вот. Ну, с цифровым профилем все становится лучше, конечно. Нет, но нет, я думаю, что достаточно текущего. Вы там ЦП явно не указан, но вот, а ЦП подразумевает управление, скажем так, персоналом. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, что если да, мы еще сможем привязать функционал цифрового профиля в части, значит, там, доверенных лиц, которые в организации есть, которые могут получать от ее лица ключи там, и сертификаты, это, конечно, будет лучше. А какую вообще ответственность имели в виду? То есть ответственность административная, ответственность, которая накладывает. Не, финансовая, она это просто как бы. Средств. Денежное выражение, а на самом деле, грубо говоря, перед кем эта ответственность-то будет? Государство ее накладывает в зависимости от того, как она распределена, ну, скажем, нормально. А можно уточнить вот вопрос? Вы имеете в виду, да. Когда говорите о том, что ответственность распределена, ну, гипотетически даже. Вот ответственность не бывает абстрактной, ответственность конкретна. Мне интересен сам момент о том, чтобы спрогнозировали, кто может за что отвечать. Вопрос-то перед кем? Перед гражданином, конечно. Ну, собственно, либо в случае использования этого сертификата этим гражданином, например, при подписании сделки с Росреестром, вот если говорить, на нашем известном случае, о котором мы говорили. Да нет, но могут быть торги, аукционы, третьи лица появляются, которые... Третьи лица... Перед истцом, собственно, конечно. Вы правильно сказали. Может перед не работать, просто-напросто, потому смотрите, что... Здесь собрались люди, которые технологически предусмотрели внутри экосистемы вот этих инфраструктурных элементов возможность выявить правонарушения, возникающие в ходе установление личности, выпуска сертификата, организация инфраструктуры, каналы и так далее. Вся эта информация будет детально проработана и предоставлена уже в дальнейшем непосредственно в Министерство цифрового развития, где есть квалифицированные специалисты, которые, собственно, пишут нормы закона. Насколько нам видится разумным обозначить те риски, которые видят что и участники со стороны. Что вы сказали, полностью относится к рискам, а не к ответственности. Спасибо. Да. Ну, слава богу. У меня другой вопрос. 4 девятки. Чем вы можете прогарантировать 4 девятки точности? Потому что известно, что при использовании биометрии, тем более в удаленных условиях полевых, значит, есть ошибки первого и второго рода, есть, мало того, ограничения нативные и технические на использование аппаратуры для определения соответствия биометрического образца предъявленному. Вот. И, по крайней мере, там 0,32% населения по биометрии, есть такой медицинский факт, оно не определяется. Чем вы можете прогарантировать вот эти 4 девятки? У меня вопрос. Значит, каким образом были установлены соответствующие требования и закреплены нормативно? В России, как вы знаете, есть достаточно много компаний и крупных, и поменьше, которые занимаются разработкой биометрических технологий. Когда проектировалась система, наша задача была спроектировать ее таким образом, чтобы те самые ошибки первого и второго рода при использовании технологии биометрии лица и биометрии голоса друг друга компенсировали и нивелировали вероятность
мошеннических действий. Как известно, технологии по лицу, которые используются сейчас, в том числе отечественных вендоров, дают точность распознавания 10-6 степени. Тестируется на основе методологии международных и ряда отечественных. Они, правда, еще пока в рамках ГОСТа не возведены, но эта работа ведется Русским биометрическим обществом, соответствующим техническим комитетом. Вот, исследуется на ряде мероприятий и у нас в стране, и, собственно, за рубежом есть международный конкурс, известный НИСТ, и фиксируется соответствующим центром Федеральной службы безопасности. При этом мы прекрасно понимаем, что технология по лицу, она, кстати, дает не 4 девятки, а 6 девяток после запятой, но для того, чтобы компенсировать вероятность мошеннических действий, мы добавляем туда технологию голоса. Технология голоса наших отечественных разработчиков дает чуть меньшую точность, ну, максимум, что нам удалось достигнуть, 10-4, хотя там, ну, на большей части образцов это 10-3 степени. Но объединяя эти две модальности, мы выявили новый тип активного противомошеннического механизма под названием LifeNess. Вот, объединяя две эти модальности и нормируя достаточно простыми математическими инструментами две нейронные сети, мы пришли к показателю 10-4 степени. Он, ну, достаточно объективный и дает минимум погрешности при идентификации личности не в части определения ошибок первого и второго рода, а в части именно возможности атаки на эту сеть. Дополнительно я напомню, что при механизме удаленной идентификации мы работаем не с идентификацией, то есть поиском один ко многим, а все-таки с верификацией, потому что есть сегментация за счет логина, пароля, государственных услуг. То есть это фактически верификация, сравнение один к одному. Наверное, вот если в комплексе, то цель объединения модальностей, цель вывода вот этого показателя 10-4 степени, цель сегментации базы за счет логина, пароля и ESIA нам дает максимально приближенную точность к тому человеку, который сейчас проходит механизм удаленной идентификации. При этом, как вы знаете, сама заявка на получение продукта, само устройство, которое используется в рамках получения продукта, KYC процедуры, заявленные сведения о себе, которые не содержатся в ЕСЕ, комплекс мероприятий, связанных с поведенческой биометрией. То есть это многоэшелонированная система определения личности гражданина, который пытается получить услугу, а не только биометрия с ФАРФ и РР, о которых вы говорили.